Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Всемирный день бездомных животных. Ежегодно в третью субботу августа по всему миру отмечается День бездомных животных. Такая дата появилась в календаре в 1992 году благодаря инициативе Международного общества прав животных. Для зоозащитников этот день еще одна возможность обратить внимание общественности на проблемы тех, кому сложно защитить себя в борьбе с иногда очень жестоким миром. Во Всемирный день бездомных животных в разных странах мира проводятся просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтеры устраивают концерты, конкурсы и аукционы, на которых собираются средства фонда помощи бездомным животным. Также проводятся выставки подопечных приютов, где каждый желающий может взять себе в питомце кошку или собаку, у которых нет хозяина. Одной из целей Всемирного дня бездомных животных зоозащитники считают шанс еще раз напомнить владельцам кошек и собак об ответственности, которую они несут за своих питомцев, в частности, за их неконтролируемое размножение. Многие ветеринарные клиники в третью субботу августа проводят бесплатные стерилизации кошек и собак. Проблема бездомных животных в нашей стране сегодня одна из самых острых. Главной ее причиной является бесконтрольное разведение и безответственное содержание собак и кошек. Большинство животных, оказавшихся на улицах, это выброшенные хозяевами домашние питомцы или их потомки. По данным Института проблем экологии и эволюции РАН, популяция бездомных собак только в столице за последние 30 лет увеличилась в 2 раза. Решить проблему бездомных животных можно с помощью увеличения числа приютов, занимающихся активным поиском владельцев для оказавшихся на улице собак и кошек. К сожалению, количество существующих сегодня на территории нашей страны благотворительных организаций не хватает. Кроме этого, можно начать с себя. Будучи владельцем кошки или собаки, относиться к своему питомцу с максимальной ответственностью и ни в коем случае не оставлять его одного на улице. И видя бездомную кошку или собаку, не проходить мимо, а постараться помочь, связавшись с благотворительной организации. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!